Что вы делаете? Мы прически делаем девочки. Мы помогаем Екатерине. Да. Ой, ты божечка ты мою. Екатерина Юрьевна, она помогает. Ой, ты божечка. Какие вы хорошенькие. Да, ой. Будем помогать. А еще мы пойдем сканировать билеты. Да. Кого? Куда? Билеты сканировать будем. Скариновать. Скариновать. Карина, вернись. Да, Карина. Карина, мы тебя любим. Опа. Искусно проходят мазки, немножко пальчиком растушировали. Хорошо, пошло, отлично. Так, тут у нас так называемый ёрш, кто не понял. Ёрш. Да. Мы это уже не вставим. Это... Еще раз пальцовка. Как настроение? Нормально. А ты кто вообще? А, понятненько. В новой интерпретации какой-то, наверное. Что, куда? Здравствуйте. А куда идти? Катя, что здесь происходит? Даже пояснить. Название прическа 4 ноги. 4 ноги есть еще, я знаю. А здесь у нас проходит смена линз. Итак, у нас какой-то рисуется путь для посадки корабля галактического. Заходит за ушную раковину. Опа, и под низом немножко убираем синячок фиолетовым цветом. И его практически не видно. Раз. Отлично. Переносится, увеличивается, что уменьшает степень удара прочности. Ты ее стрижешь, что ли, уже? Или что уже? А тут надо подкоротить немножко. Я не знаю. Опа. Что-то случилось с рукой, и она еще держит человека за голову, не хочет отпускать его. Какое-то что-то у них тут непонятное, что происходит. Кристина, где мейкап? Где мейкап, где блестки? Ай. Катя. Катя. Как это произошло? Да, один оставим до кулисы, да, или что? Ну, один туда, я точно могу. Но за кулисами ты в конце же все закончится, ты скажешь, да, все, всем спасибо. А? Оттуда буду ходить. Я не смогу здесь выйти отсюда с сцены. Я оттуда. Оттуда? Раз. Не. Звони кому-то, звони, решай. Мало скотча первое. Нужно больше скотча. О, пойдем Андрюху снимем. Лайф. Мы сейчас зайдем в ту будку. Ага, потом хотел отлынуть от бэкстейджа. Да. Тебя спрашивают, что-то сверху. А? Было сверху. Будет. Вейкапа. Денис пошел. Так, мы на очередном... отчетном концерте группы. Класс. Лучшее закрытие двери года. Проходим. Это святая святых. Цех озвучивания наверху. Я вижу. Андрей договаривается, как всегда. Я тебя словил. Итак, доброго здоровья. Видео там я. Все, да? Идут. Настроение отличное. Приличное. Посиди давай. А что у тебя клипует? Ё-моё. О, это сахар, это чистый сахар. Мы такое не употребляем, нет. После 30 только водичка уже идет. Там... Потому что сахар.
Деня, я тебе здесь не помню. А, ну это я, да, у Краснушка Аспанова, он сам запускает. Онлайн-сторис, вау! Кто же сделал такую интересную заставку? Слушай, интересно. Даже не знаю. Московские, наверное? Да, наверное, какие-то. Рублей за 5, да, наверное? Да. Ну, блин, одной рукой, ну давай как-то попробую. Точно у вас? Конечно. Ну, проходите в курбу, надо внизу сядь. Да, Галина Львовна. Первый этаж. Вот путь не заходим. Вы вот горели? Андрей Владимирович. Все. Мало зал. Ты собрался? А где твои ребята? Сейчас с ними встречаются. Так, итак, сейчас мы запретный плод откроем. Ага! Ага! Ой, группа косячий, правильно! Опа! Ага! Угу! Угу! Индианки какие-то! Индейки! А там что? Что? А, это не ваша, да? Вот что-то какие-то религиозные танцы у них. Что-то. Опять за них дожди вот это начинается. Отлично, супер, класс! Класс! Ого, жесткий кач. Так кидайте шапку, вам тут денег набросают еще. Отлично, супер. По два, обязательно по два. По три, потом по четыре. Отлично. Для желудка хорошее упражнение. Ага! Ну как дела? Нормально все. Все отлично? Чекаем. Андрей, давай, давай! Эй! Давайте, парите! Ну, еще громче! Ну! Будет все слышно, мы не можем. Аня из душа вышла. Нельзя орать! Да там пока можно. Что происходит? Готовимся. Мы их собираем. На колдовании. Ты не знаешь, какой номер? Пятый. Спасибо большое. Можно было бы с этого, конечно, но я это сниму потом себе в копилочку. Попейте. Нет,
Где? Что ты скажешь на это? Мы выступили. Хорошо? Да, наверное. Кристина, где мейкап? Кто выступил, отдыхайте, ждете финала, вспоминайте финал. Мейкапа не будет. Да. Не будет мейкапа. Как настроение? Нормально. Зажгете на сцене? Конечно. Да, конечно. Кристина, где мейкап? Мейкапа нет. Мы ждем. Кристина. Так, вы готовы? Да. Да, она страшно, очень страшно. Ничего, все получится. Мейкапа не будет. Да, короче, мейкап. Да не будет. Нет, да? Косметики все такое. В смысле, пойдем сейчас вниз, там косметики куча, блестки есть. Сделаем тебе глаза нормальные вот эти. Хорошо, я это записал. Ага. Ага. Смотри, все, выступили, пока. Конечно, конечно, тянем закосы, вот это все. Так, это реальные фотки, потом ссылку скину в Инстаграм, как получилось. Это реальность, да? Кто кого фоткает, интересно просто. Потом Костя кусок вставит просто такой. Посмотри, иди сюда, посмотри, как я, иди сюда. Ко мне могли посмотреть. Кто проспал? Да, Гарри Поттер. Все это уже потом будем обсуждать. Не без косяков просто. Невозможно работать только каким бы личным людей без опыта номера. А к финалу готовимся? Да. Нужен человек, кто цветы вынесет. Ну, блин, я буду снимать. Да? Итак, смотрите, стоят красивые, лучшие дети, которые танцевали для вас, особенно дебютанты, особенно малыши, которые начинают свой творческий путь на большой сцене. Им отдельно большое дайте много шума! Это наше будущее поколение. Будем болеть, будем
не только на марокканской сцене себя презентовать. Наш концерт, конечно, бы не состоялся без отдельных лиц, хотелось бы им тоже дать энергию, они старались, и не могу не выделить одного из главных организаторов, который, в принципе, все, что вы видите здесь, оформлял ночами, не спал, сутками просто монтировал, что-то работа. Поэтому директор компании «Сергей Продаж», видеография, свадебные ролики, все ваши корпоративные. Вот Сергей сделает вам крутой ролик. Итак, конечно же, мы не могли сделать этот проект без наших любимых. Кого? Преподаватели. И я сюда приглашаю наших преподавателей Анну Александровну Потапову и Екатерину Александровну Стоянову. Это мероприятие, конечно, бы не состоялось, как понимаете, сегодня праздник не семьи. Соответственно, мы бы здесь собрались, если бы не моя мама, Наталья Михайловна Потапова, готовы? Итак, это человек, который у нас больше всех остается родителями, больше, чем мы, наверное, мы все знаете. Поэтому она больше знает вас, и вы больше не общаетесь. Поэтому давайте шум моей маме, пожалуйста, еще раз. Когда мы в последний момент выносим стол с балкона, простите, пожалуйста, бывает. Не состояние, конечно, без наших ребят, которые с нами уже давно. Это наша техническая служба, это Денис, Андрей, Борис, который помогает с организацией. Прошу меня, юбилей! Видео, кстати, будет здесь своей скоро. Но, как вы знаете, нас снимало вот тут кучу камер. Для вас о памяти, так как мы говорим о историях, о памяти, историях вы видели, их было много. Мы уже 11 лет делаем разные истории. У нас было много разных ребят, и наши девочки, это тоже когда-то такие же юные носорки стояли, один в мастер-классе, воспитывали сейчас свои знания нового поколения, поэтому приветствую с поколения, другая вещь, давайте пошумим еще раз! Семья – это самое главное в нашей жизни. Родительский комитет? Да. Давайте. Родители, да, вы нас все время благодарите. Теперь мы хотим вас поблагодарить за ваш труд, за то, что вы для нас делаете, за то, ваше терпение, за вашу любовь к детям, любовь к танцу, которую вы прививаете нашим детям. Большое-большое вам спасибо за это. Родители, ну-ка! А мне подарок будет от родителей? Спасибо большое. Ну вот и наша новая история. Видео счета концерта подходит к концу. Вы можете уходить, фотографироваться, поздравлять своих ребят, забрать фотографии, которые вам понравились. Но прежде чем уйти, хочу напоследок или нет? Спасибо всем!